В 1956 году в Москве СССР и Япония подписывают декларацию, по которой они выходят из состояния войны и восстанавливают дипломатические отношения. Определены следующие шаги. Заключить мирный договор и вернуть Японии острова Хабамаи и Шикотан. Не произойдет ни того, ни другого. 12 октября на центральный аэродром столицы для встречи премьер-министра Японии господина Хатаяма прибыли товарищи Булганин и Первухин. В Москву приехал японский премьер Итиро Хатаяма. По-японски называемые северными территориями, по-русски южными Курилами, острова Кунашир и Туруп, Хабамаи и Шикотан – предмет переговоров уже 100 лет. Южные Курилы были переданы России и Японии в 1855-м. После русско-японской войны в 1905-м японцам отошли все Курилы и Южный Сахалин. С 1945-го весь Сахалин и все Курилы советские. 2 сентября 1945 года. Токийская бухта. Министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу поднимается на борт американского линкора «Миссури» для подписания акта о безоговорочной капитуляции. По логике СССР, остров Шикотан и группа островков Хабамаи не относятся к основному архипелагу. Это малая Курильская гряда. Но японцы-то претендуют и на Итуруп с Кунаширом. В Белом доме происходит историческое событие. Президент Соединенных Штатов сопровождает премьер-министра Японии на торжественную церемонию в Восточную комнату через 18 лет после Пёрл-Харбора. В 1960-м Япония на 10 лет предоставит США свою территорию для военных баз. И тогда Москва откажется от передачи островов. Мол, зачем нам еще удлинять непотопляемый американский авианосец? О проблеме, известной каждому японцу, население СССР узнает лишь в 1991-м, накануне распада страны. Островки с труднопроизносимыми названиями превратятся в священные пяди родной земли. Только что вы сказали о северных территориях, что отдать эти острова нельзя. Касается ли это всех четырех островов Хабамаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир? И третий вопрос. Как вы оцениваете совместную советско-японскую декларацию 1956 года? В начале 21 века Москва предложит вернуться к декларации 1956 года, но Токио откажется взять Хабамаи и Шикотан без прояснения судьбы и Турупа, и Кунашира.